Так, чайки. Так, сидят, любуются. Береза. В поле березонька стояла. Нет, вот не в опале. Вот так. Красиво. Оживление. Хлебушка кинула. Понесла опять. Понесла. Ох, и ветер поднялся. Вот они. Ой-ой-ой. Вот яхты где довольны. Они ушли в ту степь. Холодно вам? Холодно, а? Ну-ка, Маша, веди их куда-нибудь. Веди их куда-нибудь. Холодно. Прохладненько так. И тепло надо. Да-да-да. Давай. Идет. А что, папаша? Ну-ка, может, он туда их? Давай поделай гнездо. А? Сделай гнездо, туда придет и пусть под крылышки мамаши. Ну-ка, с командой. Деда. Ага. О, любит там храпит что-то. Вроде тут где-то был один лебедь, не знаю где. А? Что, хлебушка кусочек опять улетел? Давайте, идите навстречу ей. Вот на телевизоре посмотреть, вот, да, на радости буду я. Я все на телевизоре смотрю, а? Вот так. Счастливые родители. Давайте внизу немножко укройте и ходим. Ай-яй-яй. Красота. Ну ладно, давай. Спасибо, что вы есть, да? Деда, забава. Деда, я брошу еще, давай. Хлебушка, на, на. На, бери. Видел? О, пошли, увидели. А? А, бери еще, иди. Ну, вы у меня весь фильм забрали. Вот так, вот так. Куда пошел, кому надо дать. Оставайся здесь, Дила, не потеряешь их. Это, деда, деда кину. На, деда, сейчас они уедут. Во, опять взяли. Кусочек отломила. Я же тут. Ну ладно, давайте. Действительно, им надо гнездо. Пойдем, пойдем. Березонька.